Приветище! Это Бикини Боттом, а это Губка Боб, квадратные штаны, и мы продолжаем защищать и освобождать город от роботов. Сегодня мы идем вон туда, в пиратскую бухту, и сейчас мы узнаем, что же там. Я привел вас двоих сюда, дабы подвергнуть великому испытанию. У меня остальные нервы и песчаные мускулы. И глаза Джоуи! Мой Посейдон разрушен могучим врагом, которого вам предстоит уничтожить. Не томите, ваше величество, не томите. В этом углу защитник Посейдона, маленький квадратный мальчишка. И его противник, громадный, смертоносный робот-белка. Смотри, жираф. Кажется, мне пора домой кормить Гэри. Твою ж налево. Бежим! Гэри по-любому нас ждет дома. Вот это белка. У Губки Боба появилась возможность, но сможет ли он ей воспользоваться? О, у него хвост загорелся, или он у нее горел? Блин. Так, что мне нужно сделать? Вот она прыгает. А, теперь падаю ей на скафандр. Все понятно, отлично. Так, первый удар был. Еще разочек, нет. Не-не-не, рано. Аккуратненько. Оп, блин. Ау, по-моему, так Губки Бобу не победить. Это было больно. Блин, ну с комментатором, конечно, весело играть. Да что ж такое-то? Еще труханы возьмем. Трусишек-то осталось мало. Совсем мало. Да что ж такое-то, как же к ней подойти-то? Последние третьи трусишки, которые у нас тут есть. Во, шанс! Я промазал, но у меня это все равно вышло. Теперь робот получает хорошую трепку. Последний разок остался, третий. Этому роботу лучше побыстрее сменить тактику. Ой-ой-ошеньки. Хочу поиграть. Патрик, мы не играем, мы сражаемся за свою жизнь. Хочу поиграть. Ох, ну хорошо. О, теперь я играю за Патрика. Отлично, честно валяем эти белки. Канаты снова в деле. Твою ж налево, канаты. Только не это. Так она прыгает. И робот теряет свою голову. Дальше что? Просто наваливаем ей? А, берем, короче, ее голову. И кидаем в нее же, что ли? Блин, нет, а куда же ее выкинуть-то, голову? Куда башку? Вот сюда? Вон оно что, током ее, короче, бомбить. Так, у меня мало труханов. У меня всего их двое, поэтому надо их не просерить. Ну что ты, белка, что ты носишься туда-сюда? Опа, канат. Перепрыгиваем. Прыжок. И робот снова теряет свою голову. Эй, подожди, куда покатилась? Иди ко мне. Подбираем и кидаем снова в электричество. Отличная летающая голова, брошенная Патриком. Да, Патрик у нас вообще отличный рестлер. Осталось этой белке сделать только болевой и все. О, снова канаты. Ну чё, белка, давай, откидывай свою голову. Момент настал, прими гастал. Забираем голову, снова кидаем ее туда. Да! Я ни разу еще не видел такого поединка. Как весело, Губка Боб, твоя очередь. Эй, Губка, не дрейф. Сейчас размотаем эту белку вообще как нифиг делать. В первом раунде же у нас это получилось. Канаты снова в деле. Ого, двойные. Блин, а как их преодолевать-то? Ого, момент. Сейчас мы ее голову снова отстегнем. И сниз бомбанем. Вот так вот. Вот этот приемчик, вот это я понимаю. Рестлинг. Бои без правил. Сейчас намотай. О, снова канаты. Ну-ка попробуем перепрыгнуть еще разок. О, получилось, прикинь. Не знаю как, но получилось. Прыжок. Приземляемся. И под голову. Отличный маневр, Губка Боб. И этот матч почти закончен. Ну чё, белка? Ты такая крупная, но ничего не можешь мне сделать. На самом деле, если бы это была Сэнди, то мне бы она уже давно наваляла.
Во-во-во-во-во, пошла вода горячая, сейчас будет болевой. Последний прием. Этот робот повержен и уже не встанет. Как же все расстроены здесь, в Посейдоме. Что ж, бой был славный. Расскажи ему, что он выиграл, Джонни. Новую способность — чашу с пузырьками. Но погоди, это еще не все. Золотую лопатку. И это еще не все. Подарочный сертификат на $5.32 в маленький магазинчик сушеных рыбьих хлопьев. О, спасибо. Это так важно для меня. Я обещал себе не плакать. Плачь сколько влезет. Главное не здесь. Мы только недавно пол помыли. Пола не помыли под водой. Эй, Планктон. Да, что такое? Мне просто интересно, почему все роботы как будто берутся из помойного ведра. Правда? Я не заметил. Ну да. И еще там большущая неоновая вывеска, на которой написано «Штаб роботов». Губка Боб, мы ведь друзья, верно? Не, не друзья. В точку! И как твой недруг, я тебе беспокоюсь. Как вот, например, сейчас. Ты слишком много думаешь, дружище. И вообще, я боюсь, что ты можешь себе навредить. Я скажу тебе, что я буду делать. Я буду думать за тебя. Так ты не причинишь себе вреда. Спасибо, Планктон. Ты лучший недруг, которого только можно пожелать. Теперь мне больше не нужно думать. Эх, Губка Боб, ну как же ты так повелся на этот разговор с Планктоном? Думать самому нужно. Давай-ка я научу тебя пузырчатому боулингу. Просто нажимай эту кнопку и бросай пузырь, который может сбивать с ног роботов на безопасном расстоянии. Так, ну-ка давай попробуем это сделать. Воу-воу-воу-воу-воу! Нифига себе, вот это прикольно! Пузырчатый боулинг! Ну все, теперь можно выбивать страйки! А еще, как ты можешь заметить, мы находимся в новой локации. Тут вот дом Сэнди, дом шерифа, точнее, участок шерифа, помойное ведро Планктона. Чтобы туда попасть, нужно 40 лопаток. А у нас сколько лопаток? Давай посмотрим. 21 лопатка! Этого маловато. Слушай, я тут еще присмотрел дом престарелых. Очень любопытно посмотреть, что там. Морской супермен и очкарик. Мои герои. Ударьте меня водным шаром. Ударьте, ударьте, ударьте. Мы больше этим не занимаемся, малец. Мы на пенсии. Кто там? Мастер по починке телевизоров. Да нет, снова этот неуемный мальчик Губка. Ты не знаешь, он часом не умеет чинить телевизор. Морской супермен, для меня будет огромной честью починить ваш телевизор. Как здорово! Так что, Губка Боб, ты правда хочешь помочь? Еще как. Ну ладно, но хоть немного сбавь энтузиазм. У меня от твоих слов живот сводит. В общем, у нас небольшая проблема с роботами в Руслогове. Ты уверен, что справишься с этой задачей? Даже не сомневайся, очкарик. Тогда отправляйся к дивану. Там откроется доступ к Руслогову. Встретимся внизу. А сегодня будут давать пудинг? Отличненько. Значит, мы сейчас тут собираемся блестяшечки, а потом идем к диванчику. Там, по всей видимости, нам что-то откроется. Мне даже любопытно, что. Хотя, подожди, кажется, в мультике я видел. Там как раз под этим диваном и находится Руслогово, о чем мы и говорили. Так, но это не этот диван. Вот этот вот диван. Ты что там смотришь? О, мультики какие-то, да? А говорил, что у тебя телек не работает. А, ты канал не можешь переключить. Да, фигово, фигово. Ты не против, если я с тобой посижу, посмотрю мультики? О, да! Это лазеечка под диваном. Точно, в мультике я ее видел. Прям как у настоящих супергероев. Ну вот мы и внутри логова. Ништяк. Я его только в мультике видел. А теперь тут побродить могу. Кстати, вон там, вон очкарик стоит, и Супермен. Надо к ним подойти. Зло! Морской Супермен и очкарик. Не подкрадывайся так к морскому Супермену. Сердце у него не то, что прежде. Хотя, если подумать, у него все уже не то, что прежде. Простите, морской Супермен. Я просто всегда так рад видеть вас двоих. В вашем замечательном присутствии я весь дрожу от предвкушения правосудия. Видите, у меня мурашки моих мурашек, мурашки идут. Ладно, малец, завязывай с этим и говори, зачем пришел.
Ну, я бы не отказался от новых солнцезащитных очков. На мой старый сел Патрик и раздавил. Я не это имел в виду. Впрочем, хорошо, что ты здесь очутился. Юная губка добра. Правда? Правда? Да, шайка злобных роботов захватила защитную систему Руслогова. Тебе придется отключить ее. Почему ему? Мы же совершенно компетентные супергерои. Потому что сегодня четверг, и мы записаны к целой ораве разных врачей. Ох, рыби-палочки, совсем забыл. Иди в соседнюю комнату и поговори с компьютером Руслогова. Она тебе поможет. Я принимаю ваше почетное задание, морской супермен. Вы во мне не разочаруетесь. Может, вам будет за меня стыдно, но вы не разочаруетесь. В поликлинику! Вперед! Ну что ж, пока наши дедушки бегут в поликлинику, мы идем к суперкомпьютеру. Я так понял, что мы его должны отключить. Ох ты, что это тут за квадратики такие? Давай почитаем. Не наступайте на красные плитки на танцевальном полу. А, это танцевальный пол. Ну хорошо, желтая плитка, бежим. Ау, все-таки я попал. А почему на роботов это не работает, а? Почему они по красной плитке могут бегать? Что за несправедливость такая? Так, хорошо. Да блинский! Как так-то? Молотком да два раза. Несправедливо. Бежим, чекпоинт. Ух ты! Чё за ковбой? Это собачки маленькие? Блин, ты понял? Они губку подвесили и показывают, что со мной эти собачки могут сделать. Ужас какой! Ковбой, у тебя очень злые собаки. Так, я понял. С собачками, короче, не связываемся. Пёсель, я хорошая губка. Не подходите ко мне. Получай. По ноге отхватил и убежал. Ты посмотри, какой циклистый ковбой нам попался. Получай. Ой-ой-ой, пёсель, не надо. Главное не подорваться. Я боюсь собачек, которые кусают губки. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, развалился ковбой, отлично. Еще бомба. Ядрен батон, мои губчатые отверстия. Шагаем к суперкомпьютеру. Смотри, какой он большущий, крутой. Сейчас посмотрим, что мы тут можем сделать. А, ничего. Походу, это не тот компьютер. Тут есть у нас, смотри, что. Так, а как? Нам прыгнуть так, чтобы достать до крючка. Подожди, давай я на компьютер попробую запрыгнуть вот так вот. Все повыше будет. Угу. Все равно не достанем, мне кажется. Блин. Блинский, очкую я. Не достанем. О. А как обратно? Обратно я уже точно не допрыгнул. Блин. Ну и носок я тоже не получу. Да, носок я тоже не собрал. О, снова они. Получай. Так, а как быть? Как бы нам к крючку-то подлететь, а? Ладно, пока оставим это. Что тут нужно сделать, давай почитаем. Вы можете использовать пузырчатый боулинг, чтобы поворачивать крыльчатое колесо. Попадайте по одной из сторон колеса, чтобы провернуть его. Отлично. Сейчас попробуем. Итак, боулинг в деле. Бум! Красота! Я люблю запах пузырей по утру. Так пахнет победа. О, чекпоинт, отлично. Так, тут тоже боулинг. Сейчас кинем. Сета Райк выбили. Роботы. А что, если я их боулингом, короче, бомбану? Получится, что нет? Не получается. Видимо, нужно быть на одном уровне. В прыжке тоже нельзя пускать эти пузыри. Ой, как больно. Смотри, золотая лопатка. О, кайфово. Забираем. Ну, а теперь чешем отсюда. Это тоже не суперкомпьютер, нам нужен другой компьютер. Идем сюда. Тайная база морщинистых супергероев, морского супермена и очкарика. Вот он, суперкомпьютер-то, наверное, где. Сквидвард, как рад я тебя видеть. И не просто рад, а невероятно рад. Ты не поверишь, что произошло. Да, конечно, старперский дуэт меня уже вел в курс дела. Дряхлые простопили отправили меня сюда, чтобы компьютер Руслогова рассказал мне, что нужно делать дальше. Ну раз ты уже здесь, можешь сделать все сам. Компьютер вот там. Нет, ты только посмотри. Я тебя умоляю, что так сложно прикупить пару ковриков? А сколько места тратится впустую? Чем вообще думали эти старикашки?
О, все очень просто. В 27-м эпизоде Руслогова захватили рощи чудища Бермуд. И они... Забудь! Довели, короче, Сквидварда. Можно отсюда чесать. О, сноуболинг. Сейчас сыграем. Это рай. Ой-ой-ой, сколько тут электрических всяких штук. Мне не очень нравится. Так, смотри, там вон Супермен сидит, подводный, старый. Либо можем сюда пойти. Компьютер у нас вон там наверху. Пойдем к Супермену. Супермену вперед. Че, как дела? Че смотришь? А, телек не работает, You're да? Беда. Hero. Вы мой герой. Hey, ой, ты такой желтый. Что с тобой случилось? В смысле? Че, губок никогда не видел? Так, пойдем Патрика возьмем. Может, Патрик исправит ситуацию? Патрик, твое время. Пойдем, подойдем к Супермену. У меня найдется работенка для того, кто умеет швыряться вещами. Предоставьте это нам. Я отлично бросаю вещи. Вот что надо сделать. Берешь, брось фрукт и бросаешь вон в те воронки. Бросить, брось фрукт. Нет! Бросить, брось фрукт! Бросить спас круг! Скорее, а не то я взорвусь! То есть, я хотел сказать, воронки взорвутся! Патрик, ой, как я его обожаю вообще! Так, значит, берем арбуз и пошли по танцевальной площадочке и наступаем на красный цвет, а то нам будет плохо. Ой-ой-ой-ой-ой! Как тут все непредсказуемо! Все, кидаем! Отлично, один подбит. Еще осталось два. Шикарно, пока хорошо идем. Где мой арбуз? Арбузик. Что у нас тут? Оу, оу, как тут все качается. Да упали, блин. Okay, so now what? Ну, слава богу, не все по новой. Так, значит, тут на этих чашечках надо быть очень аккуратным. Просто мега аккуратно. И почти опять не провалился. Хотя ты посмотри на мою пузо, как я мог провалиться? Я такой жирненький, что... Опа, ништяк. Все пронесло меня. Прыгаем обратно. И там еще ракушка есть за 2300. Надо будет ее открыть. Арбузик. Последняя ходочка. Тут вроде все просто. Все элементарно. Оу! Фигайся просто. Ай! Да что ж такое-то? Фортуна отвернулась от меня, что ли? Не понимаю. Как так могло произойти? Да блин! Сахарная вата. Давай еще разок попробуем. Я сюда бегу, я сюда, потом сюда. Вот, нифига себе. Я не понимаю, как это случилось, но это случилось. Фух. Возьмем сейчас труханы. И надо поболтать с нашим Суперменом. Ты справился! Наконец-то я высплюсь. То есть я вот это все делал для того, чтобы ты выспался, да? Ну ладно. По крайней мере, он мне дал золотую лопатку. Это тоже очень хорошо. Пойдем теперь купим ракушечку. Посмотрим, что там у нас будет. Что-то купил. И куда это нас, интересно, отправит? Это качелька. Кидаем. Как так? Арбуз сломался. Обычно он не ломается. Ешки-матрешки. Эп, да блин! Наверное, слишком близко стою. Или я слишком жирный по сравнению с этим арбузом. Так, вот, я вздал на звезду. Кидай арбуз. О, да, наконец-то, получилось. Я тебя знаю. Ты тот самый парень. Нам понадобится куда больше энергии, чтобы включить гидроакустический модулятор Доплера. Как думаешь, справишься? Отсюда видно дом Сквидварда. И самого Сквидварда. Без штанов. Слушай внимательно. Всего там 8 цилиндров. Если бросишь что-нибудь в цилиндр, он включится. Включи все 8 цилиндров, и я дам тебе награду. Что, прости? Я подглядывал за Сквидвардом и отвлекся. Просто начинай включать цилиндры. Блин, Патрик вообще отжигает. Сегодня чистая его серия. Так, значит, нам нужно включить все цилиндры. Тут нажимаем. Один из четырех я врубил. Теперь нам нужно вот это все включить. Обалдеть, сколько их тут много. И как это сделать? Прям, значит, арбуз и нажимаем на кнопочку. А, ну так это все просто. Так, три повернулось цилиндра. Поворачиваем еще три. И два осталось. Блин! А как я два-то поверну, если у меня сейчас повернется три? Ну-ка попробуем. Ага, понятно. Три никак. Два поворачивается, один отворачивается. Вот это задачка. А вот это что за кнопка? С
все башни перезагружены. А, это я все сбросил, все по новой. В принципе, я, кажется, понял, как их повернуть. Сейчас посмотрим. Нужно поворачивать их вот так вот. Чтобы один всегда был повернут назад. Но это не точно. Это моя методика, и мы сейчас посмотрим, получится ли или нет. Отлично. Дальше поворачиваем вот этот вот. О! Получилось! 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 Все, сейчас все цилиндры включу. Да! Ништяк. Так, в какую сторону-то мне идти? Кажется мне сюда. Очкарик, я все сделал. А, молодец. Теперь электричества хватит. Но зачем тебе столько электричества? Ну как же, ноги попарить, конечно же. Держи, вот твоя золотая лопатка. Ноги попарить. Офигеть. Ну чё, сматываемся отсюда, по этой горочке. Поехали, блин. Ай, ай. Между ног залетают фонарики. Так, я упал и носок профукал. Но, блин. Ладно, пойдем сюда. А тут нужен Спанч Боб, чтобы кинуть боулинг пузырчатый шар. Так, Спанч Боб. Сейчас мы его вызвоним. Ты нам нужен. Пойдем в боулинг играть. Интересно, отсюда попаду, не попаду, как думаешь? И... бабах! Еее! Ништяк. Вот это я метатель шаров пузырчатых. Так, бежим. Долбаные конвейеры. Ой, вот эта штука мне вообще не нравится. Вообще не нравится. Фух, но все-таки я не упал. Получай! С опаткой по роже. Че, тут Патрик нужен снова? А, нет, губка Боб. По этим штукам только ты умеешь. Давай, попрыгали. Есть. А че тут, собственно, нам нужно-то было? Трусы, что ли, забрать, и все? Хм, странно. Вот и все, в принципе. Короче, оказалось, что нифига. Есть еще один маршрут. Вот этот вот, смотри. Надеюсь, что мы не отсюда пришли. Нет, мы пришли вон оттуда, да. Точно, точно. Все сейчас будет по плану. Так, прыгаем сюда. Кидаем шарик. И... промахнулся? Как так? Еще разок. Нифига не толкается, прикинь. Да как так-то? Может, в эту сторону? О! Получилось. Круг, который крутится. И он сейчас, видимо, поднимется. Да, как лифт сработал. Забираем труханы мои. Ой. Отхватил. Кидаем. Попали. Активирован прыжок. Прыжок куда? И откуда? Самое главное. А, вон там он активирован. По-моему. Это одна сторона активировалась. Ага. Теперь нужно вторую запустить. О, ковбой, здорово. Давненько не виделись. Песель только не выпускай. На тебе. По одной ноге. Блин, все-таки подорвал меня этот песель. Еще на тебе по шапке. По твоей крутой ковбойской шляпе. Все, нет ковбоя. Блин, не попал. Есть попадание. Ништяк. Поднимаемся наверх. Ю-ху, мы почти-почти дошли. Ё-моё. Снова этот ракетометатель. На тебе. Суперкомпьютер, я почти пришел. Как Assassin's Creed, поднялись по стеночкам. Что-то как-то тут плотненько. И ей запрыгнули. Ништяк, вот он суперкомпьютер, вот она наша лопаточка. Ну, здравствуй, комп. Чтобы я смог взять под контроль систему безопасности, тебе нужно нажать на все кнопки перезагрузки в Руслогове. Первая здесь. Нажать кнопки, понял. Когда нажмешь на все кнопки, ты должен вернуться сюда, чтобы нажать на главную кнопку отключения. И ты получишь награду. Вернуться сюда, понял. Ты меня слушаешь? Слушаю, понял. Хе-хе-хе, мы все поняли. Значит, активируем одну кнопку. Готово. Потом эту мы активируем, но чуть позже. Вначале нам нужно еще одну активировать. Так. А чуть там, вот смотрите, вот табличка какая-то есть. Пойдем почитаем, что там интересное такое. Нажмите на главную кнопку выключения, чтобы опустить мосты и попасть в систему содержания злодеев. Ох ты, нифига себе.
понятно, надо нажать главную кнопку. Ну, а для того, чтобы это сделать, мне нужно нажать еще три кнопки где-то. Где же они могут быть? Суперкомпьютер, я плохо слушал. Губка Боб, нажми на все кнопки отключения системы безопасности в Руслогове. Ага, вот теперь я все понял. Ладно, пойдем, наверное, знаешь куда? Пойдем туда. Нет, туда не пойдем. Блин, где же кнопки-то могут быть? Наверху я все нажал. Эх, засада! Я так полагаю, что нам нужно идти в другую локацию, и там будут все эти кнопки.